Всем привет, с вами Савл, я продолжаю играть в Street Lego Racing Redline. В прошлой серии я попытался собрать Драгстер, побаловаться с ним, но двигатель не тащит, в этой версии нету таких сверх-мега-читерских двигателей. Так что я оставлю эту затею и буду продолжать гоняться, повышать свой престиж и поедем на соревнования, но для этого соберем другую машину, потому что эта машина для гонок, которые будут на соревнованиях, вообще не подходит. Сколько раз я не пытался, это было бесполезно. Давайте. Постараюсь вырезать это меню загрузки, потому что она очень долго идет. Ребята, чудеса свершились. Я сказал, что меню загрузки идет очень долго, и оно прям быстро загрузилось. Тихо, тихо, тихо. Мы потеряли фару. Да. Грустные новости. Блин. Посмотрите, как блески распределяются по домам. Вообще прикольно. Просто взял и посеял фару. Да. Дорого обойдется. Да ёп. Нет, только не надо в забор. Он же тут не ломается даже. Или ломается. Нет, забор был железный. Ладно, помяли чуть-чуть бампер. В принципе, эта машина еще довольно устойчивая. Если так подумать, то если чуть-чуть убавить турбонаддув, ну как чуть-чуть конкретно убавить, то она будет плавная-плавная. Давайте против Ская. О. Тут Скай на Скай совсем не похож. Ну хотя, если отдаленно смотреть. Тихо. Ну вы поняли, что сейчас было, да? Так, ну ладно. В общем, я на всей скорости въебался в столб. Смотри, какие заниженные обвесы. Да, машине досталась непростая задача. Встреча со столбом. Да я думаю, мы ничего не будем делать. Сейчас пропустим время. Да, и поехали в город наш. Вайло Сити. Наш любимый Вайло Сити. Надо будет просто проехаться по городу, если реально там есть остров. А, или... ну хотя я знаю, какая вода. Вода тут просто шедевр. Ну ничего, лучше охлаждение будет, нету капота. Так. Так, я не в ту сторону вообще еду. Надо либо машину приподнять, либо остерегаться бордюров. Просто давненько последнюю серию записал, и непривычно играть, вообще непривычно. Все бордюры впиливаешься, переворачиваешься. Давайте с пикапом съездим. Вернем наши потраченные деньги. Зачем нам в таком виде одна фара, которая и то не горит? Сразу направляем машину, и теперь все в норме. Ну да, она, конечно, валит. Все нормально, кроме пару пустяков. Буквально парочки небольших пустяков. Совершенно небольших пустяков. Так, придется вернуться в гараж. Пустяки-то какие. Ну, у нас переднее колесо вот это в раме. Ну, с этим более-менее нормально, но оно чуть-чуть пляшет. Ну, в общем, мы запустили машину в космос. Да, надо остерегаться таких гонок. Не, ну в реалии она бы восстановлению не подлежала бы. Ладно, чиним еще раз.
Да, у нее нервный тик теперь. Ладно, продолжаем, возвращаемся в наш город. Я думаю, эта серия эпична, очень даже. Горы, там горы, там горы. Что за горы такое, окруженные горами? Даже никакой трассы нету. Странный город. Итак, да, я время не поменял. Ладно, возвращаемся. Так, время меняем на попозже и вперед на улице Вайла-Сити. Не, я вообще не понимаю, почему игра, вышедшая раньше, лучше, чем игра, вышедшая позже. Блин, вообще я тупость сказал, на самом деле, это элементарно. Не, ну просто в Street Legal Racing Redline вложили всю душу. Она офигенная. Ну, Monster Garage, он тоже прикольный. Там совсем другая задумка. Это пародия на американское шоу, а это полноценная стритрейсерская гонка, где можно разобрать по частям вот абсолютно все машины, подобрать разный обвес, по болтикам собрать двигатель, настроить каждую его часть. Игра офигенная. Советую всем поиграть в нее на самом деле. В общем, будем считать, что... С вертушки так закрутило нас. В принципе, фиг с ним, поехали дальше. Будем считать, это наш драгстер. Давайте, поехали. Давайте против другой Мазды сыграем. Они на самом деле очень опасны. Они тоже такие же легкие. Но я думаю, без переднего бампера мы ни за что цепляться не будем. Да, вот идет подхват турбины, и все. Противник нервно курит в сторонке. 300 километров на финише. Сейчас как в нас пилится, да? Нет, у него хорошие тормоза оказались. Относительно хорошие. 6000. Вроде деньги вернули. Так, нам еще чуть-чуть престиж подкачать. Перейти в последний клуб. Последний гараж последнего цвета. И тогда мы поедем на чемпионат. Но перед этим соберем машину. Я даже знаю, какую я буду собирать машину. Она, в принципе, очень хорошо для этого подходит. У меня вопрос, почему все машины стоят в эту сторону, а ехать надо туда? Это какой-то глюк, видимо. Со Skyline на 10 штук. Ну давайте. Почему бы и нет? Его турбина и все. Не, ну, по сравнению с Skyline тут даже сравнивать не с чем. Потому что, ну, лошадиные силы у него чуть-чуть, лошадиных сил чуть-чуть поменьше, так, но вот масса во много раз больше. Тихо. Заработаем себе денежек. Вау, опасно. То есть вот, понимаете, вот с таким движком, если поехать на любую гонку на чемпионате, вы просто задолбаетесь. У вас машину будут носить туда-сюда. Вы не сможете поймать никакое управление. Давайте еще... Нет, давайте не будем играть на деньги, а будем играть за места в клубах. Кстати, прикольная тачка. Седьмая Рыкса. У меня пятая, она ж намного легче. Ну да, Рыкса тоже осталась позади. Вон, хозяин мудак, об стену уебался. Так. Заранее начинает тормозить. Так, давай. Z33. Интересно, интересно. Да, его я и ожидал. Есть какое-то отличие с 300?
350Z, или это он и есть просто под другим названием. Но я на самом деле не настолько хорошо в машинах разбираюсь. Не так себе вообще, так себе разбираюсь в машинах. Ну что-то знаю. Ну да, машина занижена, у нас так-то за крыло задевает. Можно снять передние крылья, они же уже нам не нужны. Хотя это боевой корт, зачем я его вообще тюнил внешне, стайлингом занимался? Это боевой корч, он должен быть раздолбан. Должен быть агрессивным. Чтоб враги разбегались при виде его. Так. Опять же с Рыксой поедем. Не, ну они даже на нас сейчас смотрят. Это глюк какой-то при расстановке. Там должен быть старт, а тут финиш. Ну-ка, если с нитро еще. Ну, с нитро вообще жесть. Ну опять, еще один нашелся. Чем вам забор так нравится? Или там магнит какой-то спрятан? Тихо. Припарковались. Припарковались, отлично припарковались. Давай. Да все нормально, что? Эпичная парковка на самом деле. Тормозим. Кстати, поток гонщиков какой-то слабенький. А, видите, они даже стартуют с этого места. Ну все понятно, это просто глюк. Давайте Рыксу выиграем. Почему бы не пополнить нашу коллекцию в гараже? Вообще у нас в кузове стоит не настолько каркас безопасности, насколько каркас жесткости. Чисто для того, чтобы машину не сгибало. Тут это не действует, но все равно. Не, ну было бы мега круто, если бы сделали новую игру, которую предусмотрели абсолютно все мелочи. Просто офигенно было бы. Кстати, тормоза очень даже себе такие неплохие. О, еще одну Рыксу. Давайте Супру. Супра мне нужна. Посмотрим, как она валит. Но я не ожидаю от нее что-то особенного. То есть давай. Типа я. Да в общем пошла нафиг. Вырубаем нитро и на скорости 280 примерно финишируем. Да что ж вам к этому забору так тянет-то, а? Да там по-любому какой-то магнит стоит. Так, опять чуть не запарковались. Тихо. Да, машины, тормоза все равно не настолько хороши, чтобы останавливать эту машину. О-о-о-о. Чуть не покорябал чью-то машину. Да опять с Рыксой. Ты так неинтересно даже. Ну, в общем, вечер Мазда. Младшее поколение против старшего. Легкая машина против сарая. В принципе, вариантов-то и нет. Он у нас как турбина-то валит. Можно было бы поставить на какой-нибудь мустанг этот двигатель, но ведь... А, можно или нет? Кстати, надо попробовать все-таки поставить на мустанг этот двигатель. Будет интересно посмотреть, что из этого получится. Он, конечно, не будет так валить, у него масса в два раза больше. Ну, почему бы не попробовать так? Потому что все-таки на Мустанг V6, V8 в основном ставятся. Давайте Жука еще выиграем. Жин. Ну не надрывай ты движок, у тебя... О, он тоже такой легенький на самом деле. Вон как хорошо стартанул. Но...
Единственное, он там чуть-чуть задел, чуть-чуть стену задел. В принципе, пофигу. Кстати, жук достойный соперник, надо посмотреть, сколько он весит. Потом можно будет даже в него двигатель переставить. С другой стороны, у нас скоро двигатель уже сдохнет, придется в гараж ехать. В общем, я всегда переезжаю это место. Тормоза у меня не такие хорошие, чтобы останавливать. Машина на 300 км в час. Тормозной путь длинный. Давайте с Бэхой загонимся. О боже. У него там все лицо в пирсинге, да. Так, гонка, гонка. Кто же выиграет? У него вес раза в два больше. Ну, тут даже без вариантов. Вообще надо было попробовать подстроить подвеску под нашу машину, купить пружины там какие-нибудь. Стойки тоже с отдачей побольше, пожестче. В принципе, она достаточно устойчива. Вот, смотрите, вот. Вот, ее никуда не носит, спокойно, в принципе. Ну, пойдет, в принципе, чё ж. Игра хардкорная, нитро... Ём! Извиняюсь. Ну, просто это было чуть-чуть неожиданно. Да. Даже на такой машине мы обходим. Вот бампер отвалился все-таки. Видите, повреждение не без последствий. Не без последствий. Ну да, бампер явно цеплял за все. Печально. Ура, там кто-то финишировал. Он даже вот в таком состоянии на машине. Мы смогли выиграть Бэху. Я думаю, это достойно. Было бы эпично, если бы мы сейчас проиграли нашу машину. Из-за такой мелочи. 2000 за починку, да, всего-то. Так, и потихоньку машина разбирается и превращается в корч. В принципе. Мне даже ничего делать не приходится. Так. Проматываем немного время. И снова на улице города. Гроза города. А, то есть вот эти вот три гаража находятся в разных частях города. Мы, получается, сейчас в синем гараже. Еще остался красный. Зеленый мы уже прошли, насколько я понимаю. То есть каждый гараж в разных местах находится, и, соответственно, рядом с этим гаражом разные гонки. Правда, одна гонка на всю карту. Тихо, тихо. Хорошо держит машина, очень хорошо. Мне кажется, мы на эту уже трассу приехали. Также глюченными ботами. Ford Escort Racing Edition. Ха-ха-ха. Вот звук это раздражает, когда они газуют просто на месте, это же бесполезно. О, боже. Как его прикольно развернуло. В общем, в моих руках любая стритрейсерская тачка превращается в очень суровый корч. Так, еще одну фару потеряли. Теперь более суровый корч, побитый. Вон даже... Тихо, тихо. Я это уже проходил. Так, и давайте загонимся с Audi на 6000. Давайте газ в пол. 3, 2, 1.
чуть-чуть вправо несет. Хотя, в принципе, нет, это несущественно. Я так понимаю, мы сейчас в новый гараж перешли. А, мы рейтинг-то уже, в принципе-то, набили. Да, в синий. Мы сначала были в красном, потом в зеленом, теперь в синем. Ну, в принципе, дальше гоняться нет смысла. Надо идти собирать хорошую машину. Это я сделаю в следующей серии. Сейчас подчинюсь. Вот такой вот у нас скотч получился. С одной фарой. Спереди. И с одним фонарем сзади. Думаю, на этом закончу все-таки. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.